Переглядайте відео та читайте новини онлайн, а ESET подбає про захист ваших пристроїв. На календарі сьогодні 9 серпня, середа, і розпочнемо з того, що 8 серпня ввечері почали з'являтися повідомлення в пабліках, Z-пабліках, що от дрони камікадзе ВСУ вийшли із Сумської області і через Курську область йдуть в сторону Москви. Ну, але це були повідомлення в Z-пабліках, а вже на ранок стало відомо від мера Москви Собяніна, що два безпілотника ми таки збили. Тобто вони збили наші два українських безпілотники. Скажіть, будь ласка, чому далі безперешкодно безпілотники летять в бік Москви? Чому вони не можуть захистити Москву? Нереально это сделать, да, даже если они, допустим, как-то отслеживают выход беспилотника, опять они отслеживают это с помощью, может быть, визуального, звуковых определенных систем, то там около 500 километров от Сумской области до Москвы. 500 километров беспилотники проходят, ну, максимум за 5 часов. 4-5 часов это по движению. На малых, на предельно малых высотах систем ПВО у россиян, сплошной системы ПВО у них просто нет. Ну а беспилотники на предельно малых высотах очень сложно вычислить и уничтожить, если нет сплошной системы. И они не используют мобильные группы так, как используем их мы, в таком количестве, как есть у нас. И будут использовать, так как не хватит у них сил, средств для разворачивания этой темы. Они не доверяют своему народу, то есть для того, чтобы отдать пулеметы в пользование на 24 часа, это надо доверять. Это надо, чтобы весь народ, как раз как наш украинский народ, противостоял российской этой навале. Поэтому у них не будет такой системы, они просто себе не позволят. Потому беспилотники проходят, доходят до Москвы. Ну а дальше в зависимости от того, как построен маршрут. Эти беспилотники, которые их сбили, это может быть как раз те, которые должны были отвлекать систему ПВО, а те, которые нужно, они прошли, выполнили боевую задачу. В основном сейчас беспилотники у нас занимаются, это Главное управление разведки. Будановцы, которые уже стали летчиками и начали летать, и вот достают до Москвы. Я думаю, это опять их операция. Пане Романе, якщо говорити по тимчасово окупованому Криму, знову стало відомо, що лунали вибухи в Октябрьській і Джанко. Якщо ми глянемо на карту, це є оця от логістика від Севастопольської бухти і в бік сухопутного кордону з Кримом. Продовжуємо бити логістику і продовжуємо знеструмлювати логістичні напрямки росіян. В основном из Джанкоя они везут на юг, на юго-запад, в сторону Севастополя. Снабжают флот российский в районе Севастопольской бухты, ну и все военные объекты, которые там есть по движению. Поэтому одна из из цепочек трафика этого военного вот как раз вдоль этой трассы находится, потому естественно, эти все разведанные уже военные объекты российские, они попадают под удар, опять же, наших беспилотников, плюс разведка, которая работает, там есть партизанские отряды, которые выполняют боевую задачу. Потому и они и в режиме прямого контакта, и в режиме корректировки, и наведения целеуказания для наших беспилотников выполняют работу для уничтожения россиян. И вот то, что мы сейчас слышим, опять каждый день, то есть постоянно, ежедневно идет боевая работа по Криму. Якщо говорити про Чорноморський флот, пане Романе, у нас є супутникові знімки. Новоросійськ – ключовий порт росіян в Чорному морі, нафтобази, там все, що хочеш. І от є в нас супутниковий знімок, де видно, що Оленеводський гарняк – це той десантний корабель, який ми підбили дронами надводними, покинув Новоросійський бухту. Скажіть, будь ласка, це пов'язано з тим, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна оголосила про військову загрозу в цих портах, в тому числі в Новоросійську? Допустим, оставаться не на ходу і бути на определенном місці опасно для
таких кораблей, так как он выведен из строя, и это хорошая цель для последующих ударов, потому россияне сейчас будут его где-то ремонтировать, то есть вытянут в ремонтные доки и будут пытаться как-то его восстановить. Я не думаю, что у них это получится. Очень сильные повреждения, которые были нанесены этому кораблю, я думаю, вывели его из строя до конца этой кампании, военной кампании. Ну а дальше, если еще раз он где-то появится, допустим, даже в тех же доках, и сейчас его вычислят, где он находится, его будут добивать, так как он уже не выполняет боевые задачи, не может выполнять в полном объеме боевые задачи даже по обороне самого себя.